Институт натуротерапии на телеканале Шоп-н-Шоу в прямом эфире представляет лучшие предложения весной, когда период авитаминоза. Мы встречаем с вами спирулина Натурамед. Кстати, сразу хочу сказать, на 3 месяца применения вы получаете сегодня 200 таблеток. И, внимание, лучшая цена 1299 рублей, чтобы вывести токсины из вашего организма. Чтобы, во-первых, не только выведение токсинов и шлаков, но и защитили вы себя, желудочно-кишечный тракт, обязательно от сезонных воспалений, чтобы активировать внутренние резервы вашего организма и комплексно себя почистить. Лучшее предложение на 3 месяца применения, которое представляет сегодня основатель, директор Института натуротерапии, врач-хирург, автор ведущей программы на Первом телеканале «Советы доктора Арсенина», эксперт телеканала «Домашний», РЕН-ТВ, ТВЦ Сергей Владимирович Арсенин. Здравствуйте. Да, друзья мои, вот это спирулина премиум. Спирулина вообще такая цианобактерия. То есть это она находится между водорослями, между бактериями. Живет только в пресных водоемах. Это такая зеленая масса. Здесь чистая спирулина, без каких-либо добавок, спрессованная в специально такие таблетки. Вот ученые проводили очень много экспериментов с этой спирулиной, и они доказали, что если в сутки вы принимаете 2 грамма спирулины, здесь 2 грамма, это 4 таблетки вот этой нашей спирулины. То есть улучшается, значительно улучшается работа всех внутренних систем организма. Во-первых, это обволакивающее действие на ваш желудочно-кишечный тракт, то у вас идет заживление, язвы, эрозии, какие-то там воспалительные процессы, гастриты, гастроэнтериты. Дальше спирулина содержит фикоцианины. Это фикоцианины, это самые мощные антиоксиданты, которые сейчас знает медицина, которые блокируют свободные радикалы в нашем организме, а свободные радикалы не приводят к воспалительным процессам, к всяким тромбам, к повышению холестерина, образуются бляшки. Даже из-за вот этих оксидантной активности у вас возникают онкологические заболевания, всевозможные образования. И спирулина это блокирует. То есть прием ежедневно спирулина 2 грамма в сутки продлевает вашу жизнь, потому что это средство от старости. Спирулина, опять же, доказано, снижает уровень плохого холестерина. Это, во-первых, если вы не хотите, например, пить статины. Но и второе, что она блокирует окисление вашего холестерина, который уже попал в ваши сосуды. И если холестерин в ваших сосудах не окислится, он может выходить наружу. То есть спирулина – это великолепное средство от атеросклероза. Спирулина стимулирует развитие, выделение нашей на сосудистой стенке оксида азота. Оксид азота – такое вещество, которое снимает сосудистый спазм. И, к сожалению, с возрастом его синтез в наших сосудах уменьшается. И поэтому мы очень часто страдаем от повышения давления, от скачков давления, от головных болей, от гипертонической болезни, ишемической болезни сердца. Это все отсутствие оксида азота. Спирулина доказывает, 2 грамма в сутки оксид азота у вас в организме значительно повышается, и у вас улучшается ваше состояние сердечно-сосудистой системы. Спирулина – это великолепное антиканцерогенное действие. Эксперименты есть такие, врачи проводили эксперименты. То есть, если вы на протяжении 4-6 месяцев принимаете спирулину, опять же, такая золотая цифра, 2 грамма в сутки, это 4 таблетки нашей спирулины, у вас значительно снижается риск развития онкологических заболеваний всего желудочно-кишечного тракта. Лейкоплакии, которые являются предраковыми заболеваниями, уходят за 2-3 месяца 2 грамма спирулина в сутки. То есть, спирулина это мощнейшее общее воздействие на ваш организм. Я сам применяю эту спирулину, но начиная уже с декабря. Декабрь, январь, февраль, март. 4 месяца. И вы знаете, что окружающие начинают мне говорить: «Ой, Сергей Владимирович, у вас лицо так помолодело». Я говорю, после отпуска, как я вам сказала, из отпуска вернулись. Я говорю, в смысле помолодело? Я уже не молодой человек. Нет, у вас прям какой-то тон лица, прям такой розовенький, как будто вы молодой мальчик, понимаете? Я сначала думал, с чего? Я особо кремы никакие не принимаю. Так. Я никакие не делаю на пластические, косметические процедуры. Я пью спирулину 4 месяца подряд по 2 грамма в сутки. И даже тут ходил на выборы, выборы были, понимаете? Так. И там женщина записывает меня, говорит: «Ой, Сергей Владимирович, а я смотрела вас по телевизору не так давно. И вы знаете, вы в жизни-то выглядите намного лучше, чем по телевизору». Я говорю: «Вы меня когда смотрели-то?» «Ой, в январе».
Я же пью эту спирулину январь, февраль, март. То есть значительно у вас будет внешний вид улучшаться вот от этой спирулины. Спирулина – это зеленая масса, понимаете? А нам вот этой зеленой массы очень не хватает в нашем организме. Вам все врачи будут что говорить? Больше зелени, больше там петрушки, укропа, кинза, вот это все-все-все, рука, вот эти салаты. Больше нам не хватает категорически зелени. Вот спирулина – это та самая вот зеленка. Да. Которой нам не хватает, которая пополняет наш организм. Вообще спирулина на 70% состоит из чистейшего белка. Это самый чистый белок на земном шаре, спирулина, который после яичного желтка, да, который максимально усваивается. И у нас здесь спирулина специальной обработки, которой усвоение более 95%. Поэтому я вам реально ее рекомендую всем своим родным, знакомым, близким. Номер один – это спирулина. И самое главное, что не просто спирулина, а спирулина премиум. Сразу же на 3 месяца применения у нас с вами здесь представлено. Курс – это 200 таблеток. Вы можете его обязательно потом продолжить, мои дорогие. Вы сейчас выбираете для себя, для супруга, для тети, для крестной, для родственников. И делая заказ на сумму 2490 рублей, вы звоните к нам в прямой эфир, оставляете отзыв о докторе Арсении, о его продукции, что вам нравится, как вы пользовались. И получаете вот такую корзину здоровья, где 14 лучших косметических наименований нашего института натуротерапии в подарок. И делая заказ на сумму 5990 рублей, вы получаете бесплатную доставку. Доктор, скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, вот спирулина премиум, как сочетать со своими продуктами, со своими лекарствами? Сколько нужно пить? 3 месяца или продлить до 6 месяцев? Как вы советуете? Ой, вы знаете, здесь такой принцип. У всей натуротерапии принцип. Чем дольше, тем лучше. Вот я сейчас на себе лично провожу такой эксперимент. Постоянно, регулярно. Постоянно. Я пью 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером. Потому что 2 грамма спирулины, то есть 4 таблетки, каждая таблетка здесь по 0,5 грамма. Мы получаем самый лучший результат. Поэтому, если у вас хронические заболевания, которые врачи не могут поставить, не могут вылечить, берите спирулину, она сама найдет ваши проблемные места и их решит. Спасибо вам большое. Лучшее предложение на 3 месяца применения. 3 года срок годности, поэтому успевайте. Только сегодня один единственный день, когда весной можно приобрести по такой хорошей цене.